бобровое владение. Мы наконец-то в цели. Так, будем пробовать. Ты пойдешь сам, или тебе придется затряхивать массивно? Вдруг... Смотри, свободу. Конечно, сейчас будет выделываться, мне скажут, я не пойду, мамка, я домой. Дорогой мой. Давай, смотри. Почти дырочка. Это боли. Могу еще дырочку. Я могу тебе миску с собой оставить, но это не нужно. Смотри, это воля. Свобода, попугайчик. Вот, молодец. Все, ты понял? Оп, ты понял. Да, ты все понял, друг мой. Молодец. Ты умница. Все. Ну иди теперь к друзьям своим. Наконец-то скажи. Тут скажи, везли, несли, непонятно, трясли. Что еще дали? Звуки очень интересные. Давай, давай, дружок. Слава Богу, да, как хорошо, водичка. Ага. Скажи, в мисочке водичка. Надоело. В бассейне мы его так и не снимали, ну ладно. Это лучше. Так. Ты умничка такой. Иди к братьям своим и сестрам. Сейчас, Андрюк, иди. Будет нырять, нужно? Ну, наверное, сейчас немножко освоится, вспомнит. Я на самом деле боялась, что меня остановится. Очень хотел жить, товарищ. Отряхнулся. О, можно пожевать, правильно. Сразу поесть. Вы говорите, мне ветки таскали, а вдруг не такие. Причем это обгрызанное уже бобрами. Ой. Ну, конечно. Так, тут есть. Конечно. Я ему, конечно, старался вкусненько носить. Он, в принципе, хорошо начал есть. Совсем нормально, кроме содержания. Вон, веточки, вот это вот все, это вот бобровые заготовочки, чтобы можно было покушать. Вот. Хрум-хрум-хрум. Надеюсь, он не сильно привык к людям за это время. Меня, конечно, не пугает. Ну, хотя тут, я в бы принципе, сказал, с этой стороны железной дороги здесь не подойдет. Я бы сказал, что тут столько животных, что я боюсь, что он не особо привык к людям. Даже если привык, то здесь людей, походу, не ходит. Ну, судя по тому, что тут следы медведей и лосей, люди сюда, наверное, боятся ходить. Одни мы смелые. Ну, а мы... Какие у нас варианты? Нам бобра вернуть на землю. Нам еще обратно идти? Я знаю. Как, где еще можно встретить так близко бобра, да? Угу. Чтобы он на тебя не нападал при этом. Угу. Поэтому как-то мы не пойдем. Ну, Сима, он сам тут живет. Хотелось бы, конечно, посмотреть. Не надо. Ну, не будем. Туда. Да. Не надо беспокоить живность. Но не на своей территории, а на территории. Надо уважать их.
кушаю, пью. А буду там поем. Прикольно. Там, там гора вкуснее. Ну, это дерево, конечно, просто огромное. Там он все огромное. Вот, вот. Там вон. Они его подпиливают, а потом ветер роняет. А потом они все это отгрызают. Потом специально с приближением, чтобы было видно масштабы. Вон там еще огромнейшее дерево, причем свежеспиленное. Так, нет, детей кормить. Пора. Ну что, сворачиваемся? Сворачиваемся, да, и уходим. Ну все, бобер, удачи тебе. И не надо больше через дорогу в неположенном месте перебегать. Ну, по-моему, у него уже все хорошо. Он уже понял, что все хорошо. Отлично.